Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня пришел заказ по 17-му каталогу 2019 года. И начать я хотела бы с того, что... Девочки, мне приходит заказ, и я стараюсь, вообще неважно, дома дети спят, дети кушают, что угодно. Мы уже с мужем договорились, что как только приходит заказ, он с детьми в одной части квартиры, я снимаю заказ и сразу же вам выкладываю. То есть не может быть такого, чтобы заказ пришел, а я-то, знаете, ничем не занимаюсь, просто специально вам не снимаю. Поэтому как только приходит заказ, я сразу же снимаю. Просто перед этим заказом у меня взорвались и перед прошлым. Все соцсети, мне пишут и ВКонтакте, мне даже уже пишут в Одноклассниках, в Инстаграме. Марина, а заказ пришел? Марина, а заказ пришел? Я не злюсь, ничего, просто я напоминаю вам еще раз, я уже об этом один раз, по-моему, говорила, что я же снимаю не для того, чтобы похвастаться. Я понимаю прекрасно, что вам интересно. Я снимаю для вас настолько быстро, насколько я могу. Вот, все. Об этом поговорили, не хотела бы заострять на этом внимание. Заказ у меня уже такой почти новогодний. Наконец, в распродаже были эти шампуни. Я говорю, мне кажется, каждый каталог, что у меня клиентка их очень-очень любит, очень хвалит. И если честно, я буду в полном шоке, если их выведут из каталога, потому что она... Ну, вы как бы должны понять потому, сколько она их купила, что она очень ими довольна. 5 штук получилось на 750 рублей. Одна штучка стоила, кстати, по распродаже предоставляется 15% скидка, поэтому, в принципе, на мой взгляд, выгодно. Но это, конечно же, на мой взгляд, по 149 рублей они были. Общая сумма за 5 шампуней 745. Так что она купила, говорит, все, я теперь точно не буду переживать. Дальше. Ну, куда же я без спреев? Новогодняя коллекция спреев по 139 рублей каждый. Первый мне заказали праздничное пожелание. Значит, у нас сладкая цитрусовая искорка. А с чем? Непонятно. Апельсин, что ли, с чем-то сладеньким. Я, честно говорю, даже не тестировала, заказывала не мне. И сахарная слива. Также 139 рублей, 100 миллилитров. Любят у меня девочки эти лосьоны, очень-очень любят. Дальше была хорошая цена на спрей, но уже в наборах. Такой набор стоил 209 рублей. Один назывался «Фреш». Фруктовый, а второй какой-то сад. И вот в одном наборе магнолия с жасмином, а во втором наборе у нас, сейчас вам скажу, манго и яблочки. Кстати, вот на эти яблочки мне, я не пользовалась, я тестировала, у меня подружка купила, я попросила у нее. Мне понравился аромат, потому что пахнет даже не яблочками, а такими, там яблочко и жимолость. Очень сочный, очень зеленый аромат, но очень много слышу негативных отзывов на именно на яблоки. Не всем нравится, и многие говорят, что повторно не купят. Поэтому как? Ну, обращайте тоже внимание. Но не может нравиться всем все, это понятно. Дальше заказали у меня из новой серии также пену. Клюква и апельсин. По 99 рублей эти пенки, заказали у меня их в подарок 250 миллилитров. Кстати, я надеюсь, вы заметили, я снимаю на новую камеру. Я надеюсь, что вам стало лучше видно, лучше слышно. Все для вас, девочки и мальчики, и дяди, и тети, все, кто смотрит. Очень красивое оформление. Avon, молодцы. Радуют глаз не только, знаете, радуют нас не только своей продукцией, но и тем, как все оформлено. Оформлена новогодняя коллекция, на мой взгляд, шикарно. Дальше, что касается также новогоднего. В прошлом каталоге у меня заказали два крема с изображением щелкунчика. Пришли они в обычной упаковке, не новогодние абсолютно. В этот раз у меня подруга заказала два крема, и они уже пришли наконец-то в новогодней упаковке, так что имейте в виду, то есть у них еще могут быть накладки в этом плане. Значит, увлажнение и обогащение с йогуртом и медом, крем для рук по 65 рублей, здесь 75 миллилитров. Опять же, это к подарочкам. Ну, как дополнение к подарку. Потому что
очень украшают такие штучки и подарки, я сама люблю. Дальше, также новогодняя история. У меня подружка заказывает всегда эти блокноты, и они были представлены в аутлете в каком-то, но нельзя было заказать. И сейчас они были представлены в каталоге, и уже наконец-то их можно заказать. Набор, где было 3 блокнота, стоил 170 рублей. Она еще купила, где 2 блокнотика. Он стоил 110 рублей. Смотрите, здесь у нас вот такой красивый олень. И Дед Морозик. А здесь третьего, к сожалению, не видно, потому что их, да даже и второго не видно. Не буду я, конечно же, открывать, потому что некрасиво. Ну, в общем, маленький медвежонок. Это, я думаю, один ей наборчик, а второй тоже, я думаю, что она не удержится и подарит кому-то. Прикольные штучки. Весь холодильник у нее в этих блокнотах, но, кстати, она их использует. Дальше была очень классная акция на 2 моноаромата мужских. Это цитрусовый фреш и кожаный аромат такой, он есть у моего Сережи. Значит, вот, смотрите, подружка купила своему мужу, я купила Сереже того, который у него не было. Этот кожаный ему очень нравится, и мне тоже он очень нравится. А подруге очень нравится этот фреш, и мы решили, что нужно, в общем, купить полную коллекцию. При покупке 2 цена была 279, поэтому мы решили взять. Сейчас я потестирую прямо при вас, покажу. Я очень рада, что зафольгированы оба аромата. Итак, значит, смотрите. Выглядит точно так же, как кожаный. Один в один, тоже с вот этой штучкой. Ну-ка, мне очень интересно, ну и что, пускай пахнет от меня мужчина, я хочу потестировать. Ой, ну это такой резкий, дерзкий, очень резкий, я не знаю. Мне кажется, для таких помоложе парней, но, может быть, Сереже понравится тоже. У него такого нет ничего, если честно. Я... Ой, он выветривается. В нем есть, боже, в Орифлейме, может быть, кто-то знает, была водичка Этьюдит. Как-то вот так. Она была такая зеленая, конусообразная, вытянутая. И у нее был очень красивый распылитель. Очень похожа на орифлеймовскую воду. Очень. Но аромат приятный. Сейчас выветривается, вообще прям такой пикантный, если можно так сказать про аромат. Дальше была очень хорошая цена на губные помады Леди. У меня их заказали целых 3, они были по 139 рублей, и вы не поверите, 2 из них Totally Tweak, это очень классный цвет, который мне самой очень нравится, икона стиля на русском, суперская помадка, у меня покупают ее мне некоторые уже по много лет. И также очень хорошая помада, которая называется Rose Cream, тоже у меня покупает ее клиентка очень давно и очень любит ее. И знаете еще, она какой лайфхак мне тут сказала? Они праздновали что-то на работе. Она говорит: Марина, ты знаешь, как мне помогает твоя помада Леди? Ей можно очень легко открыть бутылку вина. В общем, она берет эту помаду и вот так проталкивает эту штучку. Говорит: не нужен ничто, пар, ничего. Помада Леди из Avon. Я, говорит, буду посылать теперь девочек к тебе за этой помадой. Ну, в общем, реклама Avon, знаете, может быть разной. Также заказали у меня набор. Как заказали? Вот одна из клиенток заказала карандаш в оттенке Coral Desire, а там было выгоднее купить карандаш вместе с помадой Ультра. Так получалась цена лучше. Ну и, конечно же, я выбрала себе помаду Ультра. Как же я могла без помады? Это же была бы не я. Давайте посмотрим. Хочу сделать сводчик. Ни разу у меня не было ее в таком оттенке. Она не матовая, но мне кажется, у Ультра не бывает матовых оттенков. Ну и давайте сделаем сводчик, что ли. Ой, хорошая, не сухая, прям такая маслянистая. Ну, я ничего не могу сказать, мне в любом случае надо ее тестировать, но она перламутровая, я не очень люблю такие помады. Единственное, когда я могу носить такие помады, это зима. Вот, может быть, я... Может быть, конечно, я смогу ее носить, но чаще всего я такие помады просто отдаю своей маме или тете, или еще кому-то. Мне есть как кому отдать. В общем, это был мой заказ. Надеюсь, он вам понравился. Надеюсь, что было интересно.
Ну и, конечно же, давайте полистаем с вами каталог. Пришло очень много всяких разных предложений. Сам по себе каталог крайне интересный, так что обязательно переходите к следующему видео и продолжайте смотреть видео на моем канале. Спасибо за внимание!